Практика центрирования. Внимание внутрь. Расслабление и управление вниманием. Приветствую тебя. Начинаем практику центрирования. Этой практикой ты восстанавливаешь баланс энергии в теле, убираешь ненужные мысли и напряжение. Восточная мудрость гласит: напряжение – это то, каким ты считаешь, ты должен быть. Расслабление – это то, кто ты есть. В подобных упражнениях ты тренируешь умение управлять внутренним взором и вниманием. У нас с тобой будет много разнообразных практик центрирования, и ты всегда сможешь подобрать для себя наиболее эффективный или под настроение. Следуй за инструкциями, будь открыт новому опыту. Для усиления эффекта активно используй свое воображение. Выполняй упражнения с удовольствием и интересом. Практика состоит из 4 этапов. Настройка тела, расслабление глаз, настройка дыхания, сила воображения. После завершения каждого этапа упражнения будет мягкий звуковой сигнал перехода к следующему этапу. При желании ты можешь повторить любой этап, нажав еще раз. Настройка тела. Выполняется стоя. Учимся создавать состояние баланса. Начинаем. Стопы прочно стоят на полу. Представь, что ноги заземлены, как если бы они были корнями дерева и давали устойчивость. Колени пусть будут мягкие, пружинищие, но не согнутые. Спину выпрями, но не напрягай. Чтобы усилить расслабление, напряги и подними плечи к мочкам ушей, насколько можно выше. Затем отведи назад и вниз к лопаткам, опуская и глубоко расслабляя. Повтори несколько раз. Почувствуй, как изменяются ощущения в плечах с каждым выдохом. Плечи расслаблены. Лицо и особенно нижняя челюсть мягко расслаблены. Мысленно пройдись, скользя вниманием по мышцам тела от макушки до стоп и обратно, приглашая мышцы расслабляться. Следующий этап – расслабление глаз. Глаза связаны с интенсивной мыслительной деятельностью, и их расслабление позволяет управлять потоком мыслей. Продолжим. Закрывая глаза, получай удовольствие или отдыхай. И если есть что-то внешнее, например, звуки, то это только усиливает твой внутренний взор и ощущения. Продолжаем нарабатывать практику управления внутренним вниманием. Позволь глазам расслабиться, так же, как и мышцам. Представь, что под веками глаза теплеют. Можно представить образы солнца, как источники мягкого тепла и света в глазах. Отметь, как успокаивается поток мыслей по мере расслабления глаз.
Сейчас направь внимание на дыхание. Когда ты начинаешь следить за своим дыханием, дышишь осознанно, ты включаешь парасимпатическую нервную систему, что является надежной профилактикой и быстрым способом совладания со стрессом. Для усиления эффекта упражнения делай его с удовольствием. Продолжим. Переведи внимание на естественный ритм своего дыхания. Дыши как обычно. Следи с интересом за дыханием, замечая продолжительность и ритм вдоха и выдоха, температуру вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Сделай с полным вниманием 3 цикла вдоха-выдоха. Очень хорошо. А сейчас сделай выдох продолжительнее. Именно на выдохе тело расслабляется. Сделай с полным вниманием 3 цикла, удлиняя выдох. Отметь, как меняются ощущения тела по мере того, как волна потока дыхания идет вверх и вниз. Используй свойства вдоха, чтобы наполнять себя чем-то хорошим. Вдох для расширения. Используй выдох, чтобы отпускать напряжение и мысли. И все, что хочется отпустить. Выдох для освобождения и очищение. Отпускай все, что нет необходимости удерживать. Если в теле есть места напряжения или тяжести, то мысленно направляй поток воздуха в эти области и приглашай мышцы расслабляться. В своем воображении представь, что выдох идет по телу, как поток, сквозь бедра, колени, стопы вниз, в землю. Управляя своим дыханием, ты как будто управляешь стихией воздуха. Прислушайся к звуку ветра в своем выдохе. Усилим эффект практики центрирования силы воображения. Используя огромные возможности своего воображения для развития внутреннего комфорта с помощью образов. В подобных упражнениях ты нарабатываешь умение управлять внутренним взором и вниманием. Это даст лучшие результаты в более сложных практиках. Продолжим. Представь позвоночник,
как центральный канал для потока воздуха. Интересно, как можно описать его размер, цвет, ширину, фактуру или любые детали. Отметь это. Пригласи свое творческое начало и вообрази, как воздух проходит по этому каналу и выходит сквозь стопы прямо в землю. Почувствуй ее поддержку и свою устойчивость. Протяни свой центральный канал выше макушки, до самого неба, выше облаков, где бескрайнее пространство и теплое сияние солнца. Представь, как дотягиваешься до неба и впускаешь в макушку поток воздуха, чистоту неба и тепло солнца. Проводишь по всему телу и направляешь выдох в центр земли. Как будто принимаешь энергетический душ. Увидь и почувствуй, как меняются образы и ощущения по мере того, как ты очищаешь все тело изнутри и снаружи потоком дыхания. Отметь, насколько изменилась степень комфорта и расслабления. Будь внимателен к деталям нового состояния. Хорошо. Побудь в этом состоянии сколько захочется. В завершении поблагодари себя. И наполни себя чувством благодарности за новое состояние. Продолжай нарабатывать практику управления внутренним вниманием. Запоминай эти новые ощущения и наблюдай, как внутреннее внимание дает тебе большую степень расслабления и комфорта. Чем чаще ты выполняешь это упражнение, тем легче будет тебе управлять своим эмоциональным состоянием.